you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Replay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови. Давно не было сидик по Мазингу, вы ждали, я знаю, соскучились по-любому уже за Мазинга, потому что вы там писали в комментариях. На выходных вообще не было времени как бы играть, я вообще за компом не сидел, как бы, поэтому не снимал, не играл, был занят, короче. Сегодня не знаю, чем займемся, надо съездить в банк, оплатить за дом, за бизнес. Обязательно нужно этим заняться будет. Также, думаю, сегодня поработаем дальнобойщиком, сделаем, возможно, пару рейсов, возможно, нет. Ну, короче, посмотрим. Я починил свой Мерседес, сейчас направляемся в город Южный. Точнее, в Арзамас, наверное, поедем сразу, там дальнобойщики находятся. Мне нужно устроиться. Я еще ни в какую организацию не вступил, я не знаю, серьезно, куда идти. Мнения ваши сильно разделились, как бы, и я сам не знаю, куда пойти. Если вы хотите, чтобы серийки по Мазингу выходили почаще, то обязательно ставьте лайки. А то вы просите Мазинга, а лайки не ставите, просмотров мало. Поэтому ставьте лайки, будут просмотры, тогда будет чаще выходить Мазинг. И не надо бомбить из-за того, что я снимаю родину. Я предупреждал то, что пока не вышло ГО на Мазинге, я... буду больше снимать родину, потому что мне там интересно, для меня там есть что-то новое. И для вас, я думаю, многих тоже там есть что нового посмотреть. Поэтому не бомбите. А чтобы выходил чаще Амазинг, ставьте лайки, чтобы я видел, что вы сможете и хотите, чтобы Амазинг выходил чаще. Я буду снимать чаще серийки вылаживать. Все зависит от вас, пацаны. Насчет, кстати, конкурса. Конкурс я уже решил, когда сделаю. Конкурс будет... Конкурс я решил сделать 1 числа следующего месяца. Приз будет либо 500 тысяч, либо миллион. Я еще не решил, потому что если делать миллион, я боюсь, чтобы меня, либо вас не деактивировали за это. Потому что вы сами знаете мою историю, за того, что я Тимохе Домино дал 1 миллион. Меня деактивировали с причиной махинации, якобы. На самом деле все не так. Меня деактивировали по причине хейтер, но это не важно. Так что я буду думать, еще приз сделать 1 миллион или 500 тысяч. Можете тоже писать в комментариях. Но думаю, на 90% то, что конкурс будет 1 числа уже. Я запущу конкурс. Ну и вы подробно все там узнаете, что и как, что нужно для того, чтобы участвовать. Короче, ну, думаю, это все там просто, все вы это помните. Я посмотрю. Много ли желающих, в принципе, поучаствовать будет. Надеюсь, конечно, что много будет участников, потому что приятно, когда конкурсы делаешь, и много участвуют людей, и они там 100 человек всего лишь как-то, блин, будет обидненько немножко. Если мой аккаунт бы не деактивировали, я вообще собирался сделать конкурс, ну, когда у меня еще снова была моя Кирилл Путбуль, я хотел сделать 7000, ну, когда... стукнуло бы 7000 подписчиков, хотел сделать конкурс на 7 миллионов. То есть 7 мест по 1 миллиону. Но, к сожалению, я не успел это сделать. Но теперь у меня нету такой суммы денег, и я не могу подобное сделать, к сожалению. Кстати, на канале уже нас стукнуло 7500 подписчиков. Большое вам спасибо, что вы подписываетесь. Прям очень приятно. Давайте побольше активности, мне будет еще приятнее. Постараемся набрать к Новому году 8000, я буду просто очень счастлив. И серьезно, не нужно бомбить то, что вот, типа, по родине выходят серии чаще, чем по Мазингу. На Мазинге, понимаете, останавливаться не хочу. Да, я люблю этот проект, мне он нравится, это мой на данный момент основной сервер. Но, блин, пока не выходит глобалка, я решил, как бы, поснимать другой проект. Потому что здесь уже снимать особо нечего. Вы сами, думаю, это понимаете и видите то, что, ну... Я уже снял все, что можно было. У меня идеи закончились. И прям крутых идей не осталось. А снимать все подряд, как бы, лишь бы снимать, я не хочу. Вообще не хочу. Нужно либо вступать в какую-то фракцию, чтобы снимать по этой фракции не... какие-то будни, возможно, и так далее. Либо, я не знаю...
что снимать вообще. Потому что реально нечего снимать, ну блин. Все, что можно было снять, я уже говорю, снял, уже повторюсь. Можете предлагать свои, конечно, идеи, но, блин, я видел много кто предлагал. Насчет того, что чтобы придумать что-то с админами, можете даже не писать, потому что админы мне ни хрена не выдают, ни хрена не помогают. И либо их кто-то против меня настроил из главных, либо я не знаю. Давайте подвинем эту рантайку и проедем спокойно себе. Вот так вот. Все, поехали сдавать наш груз. Вот как стоят пацаны на светофоре. Так, что-то она не заводится. Ладно, поехали. А, так. Спасибо. Спасибо тебе, чувак. Но я, конечно, так хотел поставить еще немного. Ну ладно, он мне помог встать на два колеса. Спасибо большое. Куда нам ехать? Давайте посмотрим. Я надеюсь, что куда-то близко. Но нет, нам наш путь держится только в Эдово. Ну ладно, поехали. Вообще какая-то слабость у меня вот на выходных. Вот это сегодня у нас воскресенье. Блин, просто все выходные слабость жесткая. Просто, блин, дела были. Вообще ничего не хотелось делать. Просто, ну, такая слабость жесткая. Не знаю, либо из-за того, что уже холодает. У нас уже минус один днем. Хрен знает вообще, блин, не высыпаюсь ни хрена. Ну, постараюсь уже видосики почаще выпускать, потому что не помню, когда я в пятницу или в субботу вообще видосы не вылаживал. И в пятницу, по-моему, вообще ни одного видео не выложил. Поэтому буду исправляться. Ну, а вы ставьте лайки. Так, вот мы подъезжаем уже к Эдово, сейчас будем разгружаться. Просто, не знаю, язык заплетается, не знаю. Такое ощущение, что я, блядь, какой-то пьяный, хотя я вообще не пью. Но, блин, что-то реально какая-то усталость непонятная. Просто жесть. Поэтому сильно там не бомбите. Из-за того, что я немного запинаюсь. Ну, даже не немного. Новое Эдово. Прикольный, кстати, такая этот, как я, знак. Прикольненький такой. И получил я 9300 рублей за рейс. Так там, Джайл или... Как там... Джайл. Ой, Джайл. MySkill или как там? G-Skill, по-моему, да. G-Skill. Видите, у меня только первый. Надо еще 13 рейсов, чтобы был второй. Ну, может, накатаюсь, и время будет. Насчет новой клавы, блин, тоже не могу никак снять видос про новую клавиатуру. Что-то тоже руки не доходят, реально, что-то, блин. Обленился все, ебать, зажрался я, блядь. Да, ну не знаю, что именно на выходных этих вообще что-то прям желание пропало что-либо делать. Но обязательно сниму обязательно видосик. Просто вы не особо смотрите, я про что, я про наушники снимал, там вообще, блин, мало лайков, мало просмотров. Но я все же сниму про клавиатуру, потому что реально охуенно клава, уже неделю пользуюсь, бля, просто никак не нарадуюсь, вообще по кайфу. Стоит своих денег. Но подробно вы все узнаете, в принципе, в видео, поэтому ждите и ставьте лайки. И этот видос выйдет быстрее. Так, сейчас забежим в банк. Нужно оплатить по Борику. Ну, зайдешь ты, может? Алло, зайди. Зайди, Вася. Ну и чё? В чем прикол? Господи, как меня бесит из-за того, что лагает сервер, блин, у меня пинг не такой уж. Ай, блядь, господи, чё с этим Амазингом творится, блядь? Я просто в шоке, чуваки, у меня просто нету слов. У меня просто нету слов, блядь, как так-то, блядь? Я просто хотел зайти в банк. Потом побежал к машине, чтобы сесть, чтобы она не пропала. И меня просто чит выебал. Ладно, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока-пока.
She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city. She was from the outside.